Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов, мы продолжаем проходить GTA 5, наконец-то после прохождения войны про побеги из лагерей я вернулся в GTA 5. Сейчас поясню, где я, по карте территориальной я вот тут. Вот, если помните, я рассказывал про дипломаты с деньгами, я просто с сайта зачитаю, чтобы вы понимали, что это такое. Незадолго до выхода GTA 5 на Xbox 360 и PlayStation 3 разработчики обещали нам подводные клады, за которыми станут охотиться даже NPC. Других подробностей об этом времяпрепровождении мы не получили. По всей видимости, охота за сокровищами была вырезана из игры, либо сокращена до десятка разбросанных по океанскому дну дипломатов с деньгами. Впрочем, на этом разработчики также не остановились. Дело в том, что сразу после оригинального релиза GTA 5 в 2013 году игроки смекнули. Если схватить одну такую заначку, затем переключиться на другого персонажа и сразу же обратно, кейс тут же возродится на своем месте, его можно будет подобрать еще раз. И еще раз, и еще раз. Результат, доступный с самого начала игры, возможность грести деньги, ограниченный лишь терпением геймера. Поэтому уже через 2 недели с релизом GTA Online и сопутствующим ему патчем получение дипломатов с деньгами в GTA 5 усложнили. Добраться до них сейчас можно 2 способами. В первом, необходимо проследовать в одно из указанных на карте мест и сохраниться с помощью телефона. Далее следует загрузить этот сейф и нырять за добычей. Загрузка игры в непосредственной близости от кейса делает его видимым для твоего героя. Вот, если помнишь, у меня в одной из серий, когда я под водой исследовал, кейс-то мы подобрали, а следующих уже не было. Вот. Ну, а во-вторых, это можно, когда автоматически сохранение произошло и так далее. Короче говоря, я сейчас нахожусь вот как раз-таки в одном таком месте. Вот ночь. Ё-моё. Как темно-то. Бля, пиздец, она какое-то меня отнесло на лодке на этой уже. Не видно ничего вообще, капец. Это Франклин, да. Ты можешь телефон? Нет? Бля, что так страшно? Так, пока я стоял на лодке, меня куда-то отнесло черти куда. Да, меня отнесло далеко от берега, надо ближе к берегу. Окей, поплыли. Вот, я, собственно, хочу проверить эту теорию. То есть, по идее, все-таки это должно работать. И все дипломаты с деньгами я собирать не буду. Карта, она есть и так далее. Но я хочу все-таки нафармить всеми персонажами денег. Ну, за кадром, естественно, я сделаю. Вот, если это сработает. Вот, и, соответственно, потом уже... Ну, если не всю, то как про... минимум большую часть недвижимости скупить. Вот, поэтому по деньгам, я думаю, мы сделаем таким образом. Так, где-то здесь, по-моему. Блин, я на лодке приехал четко вот к этой херне. Там, ну, там очередной затопленный объект, конечно. Я прям четко к нему приехал. Вот прям четко. Но пока я... Но я заметил даже, когда всплыло наружу, что до лодки доплыть не мог, ее относило назад течением. Теперь, видимо, ее отнесло течением окончательно. Ну, заебись еще. Блять. Не, наверное, все-таки надо бы еще ближе к берегу, потому что она была довольно-таки... То есть, вот я нырнул, и она вот уже здесь. То есть, ее не надо было очень глубоко уходить под воду, чтобы найти. Вот. Так, у нас берег в какую сторону? В принципе, нормально. Она где-то рядом с зарослями травы тоже была. Чуть за звуки, блядь. Блядь, что так страшно здесь? Прям реально страшно. А поскольку это не поиск этих драгоценностей, то... Ну, не драгоценностей... А, это ладно, это дельфин. Уже не так страшно. А поскольку это не поиск драгоценностей, ну, не обломков подводной лодки, мы, помните, искали, то здесь нету, соответственно, как их называют, радарчика, который показывает, где этот предмет. Вот, но я хочу все-таки постараться
То есть, почему конкретно этот дипломат, в нем больше всего денег? 25, по-моему, тысяч. Не, ну это уже прям совсем. Ну, конечно, объем легких прокачивается. Да, у меня, кстати, две смс-ки там не прочитанные. Блин, по-моему, где-то вот здесь. Ну-ка, поплыли туда. А, у меня две смс-ки не прочитанные. Значит, нам там, если мало ли, вдруг я забуду, в одной Лестер написал, что надо найти пожарную машину. Пожарную машину можно найти вот в этом вот городке. Вот здесь вот она есть, точно совершенно. Вот. И еще нужно найти машину для отхода после ограбления. Блин, я так давно в GTA 5 играл, капец. Прям реально, наверное, неделю или две, очень давно. Я просто сейчас осталось буквально всего несколько серий до выхода. То есть вот сегодня вторник, сегодня вышел, да, следующий четверг, блин, только две или только три серии всего осталось. Нет, не здесь. Ну, блин, начали видео выходить. Ютуб сейчас загадит все этими всплывающими. Причем там объект такой, знаете, здоровый. Так, вон, по-моему. Вон, все, нашлось, слава богу, нашлась пропажа. Или это не оно? Чё за нахуй? А, это отсылка к Сабнатика тогда выходила. Не так. Короче говоря, это вроде то. Так, значит, давайте я вот где сейчас нахожусь. Во-первых, надо убрать метку и поставить метку вот эту. Вот. Просто чтобы... Ну, сейчас, конечно, здесь ничего не будет, скорее всего. То есть я думал, что чемодан просто невидимый, но его можно подобрать. Но оказалось, что нет. Он типа спавнится только. Блин, можно внутрь заглянуть. Блин, заглянь. Блин, нахуй. Франклин, всплывай. Пизду. Не знаю, прям стрёмная хуйня. Ага, и лодка хуй пойми где, да? Ну ладно, я нашел прям четко это место, значит, сейчас я доберусь до туда, сохранюсь, и буду нырять его пытаться... Ну, блин, есть эта метка, она же не проебалась, почему... А, она на мини-карте не показывается, да. А, вернемся, сейчас. Так, ну ладно, я, короче говоря, приехал, сохранился и загрузился. Опять же, день, и видно лучше. Но, по-моему, эта схема уже не рабочая. Я же находил один чума. А, нет, вот он. Ха-ха. Реально заспавнился, ты посмотри на него. 25 тысяч. Так, я пока лодка не проебалась. Джи, дай сделаю немножечко по-другому. Чтобы далеко не плавать каждый раз. Так. Какой чит-код, блядь? Иди нахуй. Значит, мы такие тап. А вот это вот тап. Вот. Во! Так, залезай. Пым-пым-пым. Залезай, говорю. Чтоб прям точно вот над этим быть. Так, теперь сохраняемся. Дайте прочитаем, кстати, смс-ки.
Надо сейчас загрузиться, потом прочитать. Так, потому что мы... Тым-тым. Вот, потому что я их прочитаю, они опять останутся непрочитанными. Вот, и по идее, если то сейчас эта херня сработает, значит, это реально можно вот по 25 тысяч, это я не знаю, сколько можно. Ну, насколько я буду сидеть фоном что-нибудь смотреть, и... То есть, я с каждым из персонажей, мы сейчас сначала пройдем этот сюжет с ограблением, вот, а потом уже. В принципе, там осталось у нас вот это, ну, имею в виду, все, что с сюжетом связано, прыжки, кактусы пьет, ну и практически все. Еще надо посмотреть, там есть какие-то задания, вот это у нас, чтобы не уплыл, сейчас просто хочу посмотреть одну вещь, с этими, с альтруистами, которые, помните, мы привозили одних путников. По идее, сколько-то, по-моему, их надо привести, чтобы появились еще задания у них, у Тревора. То ли одно, то ли несколько. Я думал, они просто появляются, а оказалось, что где-то тут надо бы сейчас это прочитать, про это тоже подробнее, потому что, типа... О, смотри-ка. Уже как... С ничего у меня просто 56 тысяч долларов. Вот, потому что, ну, это же задание, это интересно. Так, теперь. Лестер, не забывайте про транспорт для отхода, добудьте что-нибудь неприметное, припаркуйте его в тихом месте и сообщите. Ханхаус, ну да, там пытались мне этот... Рискнешь попробовать более на автостраде сегодня вечером. А нужна пожарная машина? Сделай ложный вызов или угони с пожарной части, как получится. Тут что? Вчера собственности. Так, сохранение. И на первую опять, да. Ну, сейчас еще мы пару раз уже сделаем, но уж просто так, чтобы было. Так, игра. Загрузить вот так, да. Вот. В принципе, можно будет сразу сейчас пожарную часть ломануть. На машину. Машину для отхода какую-то найти. Сейчас разберемся. Вот. Я остальными персонажами нафармлю тоже денег. И мы с вами скупим. Ну, я думаю, недвижимость можно будет скупить все. А там будет приносить, правда, какая-то будет. Просто, допустим, есть миссии, если купить кинотеатр, там периодически они дорогие, там, по-моему, по миллиону, каждый больше, какой-то сколько-то миллионов, хоть 2 миллиона. Но там есть миссии, тоже иногда они появляются, и миссии у них бывают там раскидывать листовки на самолете, как было в GTA Vice City с порно-студией. Вот, поэтому, соответственно... На мой взгляд, надо попробовать хотя бы, это интересно. Да, он реально спавнится, когда ты прям подплываешь сюда, обалдеть. Просто там есть другие кейсы, знаете, что все-таки, может, интересно. Посветлее. А, тут нет ничего. Просто ничего нет. Ну ладно. Тихо. Просто всплыви вверх. Что-то я хотел сказать, сейчас подожди. Листовки. А, что есть другие кейсы. Вот, они по всей карте вокруг разбросаны, в воде тоже спрятаны. Но прикол в том, что в них меньше денег, то есть это самый прибыльный кейс, а, соответственно, с ними надо взаимодействовать ровно точно так же, поэтому, ну, как-то... Какой смысл? Так, сохраняться. Да. Давай сохранись, там внизу появляется просто значок сохранения. Бум. 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 Да. Сейчас еще один разок и все, и поедем после этого. Сохранимся еще раз. А остальное я буду все делать за кадром. Так что вот, вот это вот принцип, пока... Значит, хоть здесь нет читкода на деньги, но денег я нафармил. Ладно, так и быть. Вот. В принципе, можно сначала дойти по сюжету до финального ограбления. Ну, или до последнего. После которого у нас будет много денег на счету. Скупить на эти деньги... Потому что там же еще есть машины разные тоже. А, на военную базу, кстати, заглянуть надо. Вот. А на что уже не хватит, нафармить вот таким вот образом. Но я говорю, в любом случае это будут делать за кадром, поэтому... Давай.
Смотри. Интересно. Не знаю, это очень похоже на отсылку к Сабнафтике. То есть, возможно, там она и есть, возможно, это только для ПК-версии, то есть вот это вот уже. Конкретное место. Так, ну все. Сейчас мы еще раз сохранимся, чтобы уж точно. То есть, в принципе, это занимает не так много времени, плюс... если я это буду делать фоном, то есть, ну, я что-нибудь смотрю, слушаю, сам пока вот этой вот херней занимаюсь, то это даже не так сложно. Так, значит, нажимаем, сохраняем. Так, нам надо, говорю, я видел просто... Ну, я точно помню, что пожарка у нас есть где-то. Я не помню, где точно. Где-то вот тут. А, или она по дороге туда. Ладно, сейчас разберемся. Что тут происходит? I'm totally free. That's insane. What the heck? Cocksucker. А, извините, не ту кнопочку. Make no fucking sense. Для отхода не подходит, но мне это сейчас и не нужно. В первую очередь я хочу пожарку. Хотя в тихом укромном месте, возможно, мы же... О, ну-ка, блин, она двухдверная, жаль. Просто пока мы едем туда, можно, наверное, что-то найти для отхода. Ну-ка, вот. Допустим, в принципе, как наша машина. Это транспортное средство можно использовать для отхода с места преступления. Спрячьте его в каком-нибудь тихом месте, позвоните Майклу или Лестеру и выберите пометить координаты транспорта. Куда бы его приныкать? Наверное, перед чьим-то жилым домом это не самый лучший вариант. С другой стороны, почему нет? Здесь можно? Отлично. Так. Майклу или Лестеру? Где они все? Да, Лестер. А, без разницы, он обоим звонит. Lester, I got us that getaway car for when we come out the bureau. All right, give me the location. Benham Canyon. Okay, good. There's still some more to do, right? Call me when that's taken care of. Дам, сохранись. Hey, you! Stop! Hey, stop! Over here! I have to get to the airport. Have you got a car or something? I'll never make it on foot. Don't get all hysterical, honey. Уже есть, садись. Goddamn car. Car broke down. Can you give me a ride? I'll pay you. I got money. Садись быстрее. For sure, man. Come on, I'll give you a ride. I'm unbelievably late for a flight. I need to get to the airport fast. Check-in closes at 3. I can't miss it. Piece of crap rental car of all the days. The average American spends 15% of their income on running a car, and almost 2 hours a day in transit. You'd expect these auto manufacturers could deliver a reliable product. Sorry, I'm a numbers guy, but outward facing. I can work a spreadsheet, but I can also work a room. I run the models, I date the models, you know what I mean? Yeah, man, I have to take your word for it, though. So, what flight are you trying to catch? Liberty City. I'm an equity analyst in Algonquin. Tech comms. The big leagues, man. Pressure, it can choke you, but I live for that shit. Name's Tim. Где мужик сейчас расскажешь, как тебя зовут?
with two M's, because I am hungry. 24. Pay attention to. Sure. Отъебись. The road, buddy. Because I am hungry. 24/7. What's your name, buddy? Franklin with one E. Franklin, gentlemen. Well, listen, buddy, because you're helping me out, I want to help you out. My back, your back, they both get scratched. Get me to the airport on time, and I'll give you the kind of tip you can really take to the bank. I am hung over. The vendors took us out last night. I had so many tits in my face at one point, I thought it was going to suffocate. We dropped $5,000 on bottle service, so go figure. I know what you're thinking. With everyone belt tightening, it's not cool. But you got to stop mixing up investment and retail. 5K – это 5 тысяч. Они потратили, а не 5 килограмм. 5 килограмм, говорит, мы потратили на что-то. I don't even speak to those retail drones. You know, you're a really interesting guy. Good to talk to you. Shit, I didn't know I was talking. And this new bubble crisis bubble? It's just hysteria, anyway. There's a boatload of money to be made in the downturn, if you know what you're doing. And idiots lose paper, whatever the weather. When the storm comes, I make it rain. Baby. Did you not see that? When the storm comes, I make it rain, baby. Anyway, enough of that. Let's just make this flight. I think I can still make it. Buddy, I owe you big time. Okay, here's my tip. Buy shares in Tinkle now. You won't regret it. Тим Клем. Так, Тим Клем. Окей. Там потом мы можем управлять за какие-то дикие абсолютно деньги. Изменения в деле Лазла, не кризис среднего возраста. После града насмешек, который недавно на него обрушился, самопровозглашенный главный метросексуал, телеведущий Лазла, вчера устроил пресс-конференцию. Над ней он заявил всем заинтересованным лицам, нас было двое, что недавние изменения его тела были сделаны под давлением. Лазла безумно болтал о темных силах, о злодеях, которые хотят его убить, и о том, что все это совсем не кризис среднего возраста. Агент телеведущего сказал нам потом по телефону, что на самом деле Лазла отличный парень, но в последнее время волнуется из-за проблем с телешоу. И кроме того, у него всегда была богатая фантазия, поэтому не стоит принимать его слова за чистую монету. Я, конечно, молодец, потому что я забыл, чего он мне говорил. Тинкле. Тинкле. Да, Тинкле. Все, замечательно. Еще раз. Тинкли, 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 тинкли. Тинкли. Типа они адски растут. Но сейчас они пока дешевые. А можно как-то. Похуй, давай на все купим. Просто на все. Надо будет, короче, посмотреть, они через какое-то время должны просто. По-моему, то ли он позвонит, скажет, то ли еще что-то. Но, по-моему, там, короче, акции просто. Стой, сука. Что за бред? Почему мне снаружи? Ну там кто-то ехал уже. Ну ладно, давайте. Эй! Да, именно туда. Именно вот туда, куда надо. Да, продолжай проседать, но это уже, видимо, ничего тут с этим сейчас не сделаешь. Для этого купим на новые. Вот уже вот-вот, значит, уже вот-вот. Первые деньги отложу. Чё, блядь, вот за что мне сейчас дали звезду, блядь? Я ж не выкинул никого из машины, что за бред? Почему мне сейчас дали звезду?
ёбнуться. Такое место меня хуй найдешь вообще. Ну хорош, все, блять, это одна звезда. Я иногда просто в душе не ебу. Не первый раз, по-моему, вот. Ай! Можешь сесть в машину, пожалуйста? Прикольно, говорит, you are dick without... Бля, она здесь оказывается, но... You are dick without dick. Тот еще хуй, у которого нет хуя. Музыка включился, я прям миссия какая-то. А вот. Я не знаю, что так проседает. Я уже отчаялся понять. Проходим, как проходится, и все. И дальше играем во всякие другие игры. Кстати, недавно нашел еще одну. Я, короче, не знаю, вот. Это будет в последней серии прохождения этого Prisoner of War. Кстати, рекомендую смотреть, кто не смотрит Prisoner of War, подглядите. Меня прям, не знаю, чем больше я вспоминаю... Ну, короче, хорошая игрушка, мне она прям понравилась. А, вот. Она, может быть, не всем по геймплею зайдет, но в целом игра прям очень хорошая. А вот, и я нашел еще похожую про побеги тоже отовсюду. А, будет она обязательно на канале, я ее уже скачал. А, вот, и еще одна игра, которую я внезапно нашел, я забыл сейчас уже как называется, это неважно, но я нашел. Короче говоря, сделанные на движке первого Half-Life, изначально вообще была как мод, потом ее выпустили как отдельную игру, и говорят, весьма неплохая. Вот, надо будет ее тоже пройти. Там типа у каждого оружия, по-моему, по три типа урона, и это как-то, ну, типа на геймплей взаимодействует, потому что там враги по-разному. Ну, еще, короче говоря, вы поняли. Возможно, кто-то из вас даже сейчас уже узнал эту, по этому скудному описанию эту игру. Единственное, субтитров, как я понимаю, нету. Я-то нашел репак, где типа английская озвучка и русский текст, но поскольку субтитров в игре, как я понял, нет, ну, судя по роликам на ютубе, я даже не знаю, самому переводить ее как-то... Я ее не играл в нее до этого. Хотя Half-Life я именно так и проходил. Тихо. А что ты здесь врезался? Блять, как все проседает, пиздец. Я вообще не понимаю, почему вот эти вещи происходят. Серьезно, я, конечно, тупой, но я вообще не понимаю. Ну, какого хера каждый раз эта одна звезда так долго висит? Ну что это такое? Ну.
За что мне звезду дают, блять, объясните, что происходит? Какого хуя мне вот сейчас опять дали звезду? Я ничего не понимаю, блять, что? Я просто, блять, еду, у меня уже та пропала звезда, мне на ровном месте дали еще звезду. Это по скрипту, или поэтому звук здесь звучал, ну и музыка заиграла специально, что типа это миссия. Кто ты, блядь? Сука, что это за пиздец, а? Кто ты? Я ничего не понимаю. Химия какая-то. Ну, 30... Блядь, я начал перезагружать комп. Я не знаю, что делать. Я уже... Я до этого ничего не писал. У меня ничего не... Нет. Я сидел, читал там какие-то новости, да, ну что. А ехать-то далеко, так, через, скажем, 20... Какой-то прикол или что? Я доезжаю до этого места, мне дают звезду розыска. Блять, вот говорю, все нормально, но в пятой части так много вот этих непонятно откуда взявшихся тупых моментов, что просто слов нет, серьезно. Ты просто, блять, вот вдуплить не можешь, какого хуя, что происходит, как, чего, что это, блять. Кто это придумал? Это баг или... То есть это забаговало что-то? Или это так задумано, блядь, гениями из Rockstar? Так. Такая хуйня постоянно происходит. Сделать вот так вот. Так, теперь мама позвонила. Ладно. Я просто поставил метку еще такую, чтобы сейчас, если опять не пойми, с какого хрена дадут звезду розыска, чтобы все равно ехать в том направлении, и похером. Там уже уходить. Я просто мимо одного и того же места два раза проехал, и за это дали. То это реально скрипт, то есть ты здесь после мимо определенных мест будешь проезжать, тебе за это будут давать звезду? Вот. Либо я не знаю. Я говорю, честно говоря, вот этими вот какими-то мелкими, абсолютно тупорылыми моментами, пятая часть прям... Настолько сильно разочаровываю, что я не ожидал. Четверки такого не было. Причем пятая, она красивая, такая проработанная, детальная, в ней столько всего, но... Но четвертая как-то по... То есть, знаете, бывает, то есть я на самом деле... Пусть лучше будет все проработано на среднем уровне, но это будет целостно. То есть, как, допустим, тот же Саботёр... Ну, хотя Саботёр это такой, конечно, себе пример. Потому что, на мой взгляд, Саботёром проработан на некоторых местах на очень хорошем уровне. Но в целом игра, как игра Саботёр, конечно, по большому счету проработана на среднем уровне. Вот. Но! Она проработана на таком уровне вся. А когда у тебя проработано что-то здесь на 150%, здесь на 500%, здесь на 200%, а тут просто все на отъебись, идите нахуй, это игровая условность, и просто потому, что мы так захотели, это очень резкий диссонанс вызывает. То есть, с одной стороны, все как-то вот, типа, такой ты идешь, а оно все вот так, и ты такой, блядь, что ли? Четверка была просто гораздо сбалансированнее. Да, там был именно уж упор на реализм, но он был нормально отработан, этот упор на реализм. Это все подчинялось этому упору на реализм. А здесь, говорю, когда удобно, а это мой вот упор на реализм. Когда удобно, а это игровая условность. I don't know, really.
Придется же вам, пацаны, поменять стекла и фары. Ну, кстати, хорошо, они все-таки не упоролись и сделали, что нам там, не знаю, целые доставили, допустим, и так далее. Бампер отвалился нахер, ну ладно. Да и хер с ним. То есть это было, это реально какое-то скриптовое место было, на которое приезжаешь и получаешь звезду или что? У меня вот осталось 700 метров и больше что-то никто у меня агрится, чё? Ну какой-то бред просто, какой-то бред творится. Когда в игру зашел, опять Rockstar никак не могла с серверами Rockstar связаться и типа... Я помню, что из-за этого мол, какая-то херня может происходить. Я себе ключ интернет туда-сюда дернул. О, да, все, теперь можем. Выберитесь, пожалуйста, наш. Что случилось и без единой царапины? Что значит, что случилось? А что это значит? Позвонить в службу в 911 вызвать пожарных, это понятно. Hey, Lester, man. The fire truck's around the back of your factory. Good, good. Well, that's everything. I just need to show Michael something, and then this job is a go. Появилась миссия для Майкла. Так, сейчас, секундочку, еще одну вещь. Дипломаты с деньгами. Все с ними, я понял, это работает. Значит, это мне что нужно? Сейчас, подожди. Случайная встреча. Не чудаки, не знакомцы, а именно случайная встреча. По-моему, это как заработать денег, там было описание этой миссии, которую мы сейчас прошли, просто через какое время нужно мне... Кстати, я спиздел, там не 20 миллиардов, там по 4 миллиарда у них будет примерно, или по 2 там с чем-то. Так, сейчас это ограбление, самые оптимальные, типа, как их, чего. Это задание Лестера, случайно, вот. Ловит попутку, перед началом событий инвестирую средства... А, надо было каждый. Ну, мне интересно, вот сейчас просто. Ой, нет. Можешь было каждым персонажем, да, что-то. Так. Клей Джексон, я бывший гангстер, но ранимая душа, пишу стихи, ношу платье, хожу на балет и плачу как настоящий художник. Я делаю водку, тоже как настоящий художник. Да, кстати говоря, сейчас, давайте вот. Не, а как нам... Там как-то же можно в свою эту, свой аккаунт, скажем так, ну-ка. Список дел. Так, ладно, давайте мы сейчас сохранимся, просто чтобы на всякий случай, если это не работает, то... Бля, он был на другой с тобой, если что, загрузит. Ну ладно. Oh, excuse me. I'm late for a meeting. Hey, enjoy the rest of this.
Ну? There's got to be something else on. Это все тоже можно смотреть, конечно, но... Ну, так мило, он с семьей занят делом. Ну, машина псилонистов. Номер-то поменялся. А был кефлон. Так, ладно. Что за смс-ка? Про транспорт, да, уже нашли. Так, ну просто интересно, допустим, давайте. Как там еще раз? Тинкл. Ну, денег много. Ну, он, кстати, еще не до конца вырос. Там на 30 должно быть. Я специально сохранился. Так, и Тревором. На этом просто можно... Очень много. Я уже проебал большой кусок, но на этом можно кучу денег просто поднять. Не, ну как обычно. Блять, как вы заебали, вот вы где-то на горах. Спам в платье. Блять, и вождение прокачалось на 100. К чему это? Ну вот опять, вот он в платье и на горе. Ну блять, ну сколько можно, а? Я в прошлый раз появлялся, сука, вот там где-то. В этот раз появился вот здесь. Ну нахуй вы это делаете? Ну серьезно, вот это не прикольно. Вот тут раз, мне сейчас пиздюхать черти куда, чтобы, значит... Ой, блядь, ладно. У него меньше всех денег, ну да ладно. Стой спокойно. Так, все. Man, I'm drunk. But shit, I ain't getting drunker. Более 30%. Окей, значит, надо нам... подожди, здесь далеко идти до дома его? Да, в принципе, да, далековато. Новые никакой гонки здесь на всякий случай. А! Блять, еще одна гонка появилась, вы серьезно? Охуеть. Пацаны, ладно. То есть это который. Я думал, эта смс-ка просто осталась у меня непрочитанная, оказалось. Блин, однако, пацаны. Еще одна гонка, капец. Интересно, на мотоцикле. Ну, секундочку, один кошелек. Интересно, на мотоцикле можно пройти? Ну почему нет? Блять, я же не то делал. Чё? Давай. Где? Не надо звонить полиции. Вдруг захочет еще раз позвонить. Всякое бывает. Сейчас мы будем проверять, если говоря, лазать. Где Тинк?
Не, подожди, а можно? Да, это надо вот здесь лучше смотреть. Тинкл 24%. Окей, значит еще. Это все как. А, я забываю, что можно так сделать. То есть надо, когда он больше 30 поднимется, вот тогда. Ну, уже посмотреть, насколько он максимум поднимается, и после этого. И после этого уже. Блин, какие-то очень окольные пути, поехали. Ну давай. Да блять, вот что это? Ну ёбаный ваш рот, ну ёб. Сука, что за хуйня вот это вот просто, а? По большому счету может читернуть, нафармить каждый, то есть, допустим, не брать это задание, специально не ездить туда, да? О, все, я хочу вот на этом, извините, на гонку я хочу вот на этом. То есть, нафармить вот так вот кейсами денег, ну кейсами, в смысле, которые, вы поняли, которые валяются там на дне океана, вот, и после этого всю эту кучу денег вложить вот в эти акции и потом... продать. А, ну здесь специальные тачки несколько штук стоят, да, чтобы. Ладно, я же запомню, что по ночам здесь появляется еще одна гонка. Давайте я вот сюда куда-нибудь, вот прям на эту гонку поставлю метку. Там та не пропала? Не, не пропала. Все, отлично. В таком случае пока что... А, не, погоди. Вот сюда. Ух, нихуя себе, это что? Что? Ну что так? Ну что ты здесь делаешь? Ну-ка съебался отсюда. Это что за красота такая? Почему она... Нет, все. Да, позвонил коп, ну и ладно. Охуеть такая тачка, да? Это прям в гараж хочу поставить себе. Подожди, а у... Короче, гараж у нас есть? А, там вроде... Или там... Ладно, поехали домой, там какая-то машина другая, что-то выкинем одну машину, если что. Безумный какой монстр. Это он на гонку приезжал, что ли, еще? Уж ни разу такая нигде не спавнилась. М? Красавец какой. Ну что, что ездить в GTA приятно? Fucking vagina. Это мне машину прям для прохождения гонок подогнали, да? Сюда вот встанем, как ничего, вот так вот. О, он даже в шлеме, заебись, F12. Я его даже на прививку возьму. Там еще Франклин прям в шлеме от мотоцикла так и сидит. О, у меня даже место есть, замечательно. Даже ничего выдумывать не придется. Стоп!
ты очевидно сделан, и кажется, забываешь какой-то. Так, давайте посмотрим еще раз. Еще раз. Так, деньги и услуги. Рынки. Тинкл, 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 тинкл. 24%. Да. Я даже сохраняться не буду. Мне вот это сохранилось. Ладно, давайте один раз сохранимся. Машина, машина там в гараже, да, наша надо сохраниться. Бой. Так, деньги, услуги. Двадцать четыре, двадцать семь. Теперь будем перематывать. Надо примерно. Давайте два раза перемотаем. Прям до следующей ночи, короче. Хорошо здесь собака сделала, не как с лошадью в RDR 2. Ну там лошадь это все-таки постоянное средство передвижения, можно сказать, твое. Так. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. 23. Больше, чем на 30%. Давайте еще подождем, но что-то больше 30% оно не становится. Возможно, надо было один раз поспать. Дать до следующей ночи еще. Потому что, честно говоря, как-то это не может. Кстати, напрягаешься, радио в доме играет, это нельзя выключить никак. Да не то. Двадцать два, она реально падает. Так, окей, значит тогда игра. Загрузить. Вот эту. Непонятно, это как так, это как так. Это как так. А, или к этому моменту уже сутки прошли, это она еще упала у меня. То есть до этого типа она была... То есть, возможно... Блин. То есть, возможно, просто проебал всю возможность. Я что-то, во-первых, не сообразил, что надо каждым персонажем закупиться. Но теперь уже ничего не сделаешь. Ну и ладно. Ну, вы, короче, знаете, что есть такая возможность. Значит, можно нафармить вот на том чемодане денег, потом пройти эту миссию, все эти деньги вложить, и после этого продать. Потому что написано, что больше 30% должно быть. Так, значит, сейчас давай посмотрим. Так, сейчас я составляю 24.41. Ну, 24.41. Здесь нельзя даже оружие. Дайте, вот сейчас 20, значит, 24.41. Угу. Так. Да, она уже падала к этому моменту. Блять, говно получилось тогда полное. Так, ладно, игра, загрузить вот эту, да. Ну и сейчас все, что есть, тогда продаем. То есть это она уже с 30 упала. Сутки прошли уже, что ли? Непонятно, непонятно. Ну ладно, значит, будем фармить на чемоданах.
А возможно, кстати говоря, знаете, почему у меня этот болид появился на дороге? Я только сейчас подумал. Возможно, я занес игре чемодана. И она как бы мне подогнала болид. И хорошо, что мама позвонила, потому что у меня там стоял суп, варился. Ну, я такой на маленьком огонечке. На каждый я пришел в идеальный момент. Он уже сварился, но еще не начал выкипать. А если бы я пришел позже, то он бы начал уже выкипать. Так. Раздражает хуйня. То есть тенечки ставим. Так. Пым. 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 Она сейчас на подъезде. О, кстати, вот это вот. Я вообще забыл, где она у меня, откуда. Что это такое? Продать? Все продать, да. Тоже 12 тысяч, пускай будет. Так, мой портфолио. Ну, этих, да, Amunation ни вверх, ни вниз. Тинкл. Продать. Продать все. 109, ну да. Такс. Ну и ладно. Great lunch, amigo. No. Less beyond. Окей, так. По-моему, возможно, чуть-чуть подросла. Возможно. Возможно. Сейчас растет. Почему ноль? Почему ноль? Почему прибыль ноль? А, прибыль ноль. Ну понятно. Да. Все. То есть я получу тупо свои деньги назад, да. Сначала я не понял, почему все по нулям, что за бред, оказывается, ну да. Я просто получу свои деньги назад. Ну это хоть рядом с домом. Спасибо за это. Этот баг, конечно, просто феерический. Да, я не хотел сделать. Да и что ж такое-то? Нет, этот чувак... Но, ну ладно. Да это какая-то сумбурная серия получилась, но тем не менее. Даже не знаю, сколько она толком идет. Поэтому давайте мы сейчас гоночку завершим. Так, значит, да, пошли. Сюда сразу метку поставлю. Вот если бы я после этой миссии сохранился на другое сохранение, у меня была бы еще возможность, но я ее с того начать заново. И пока не трогать то задание по доставке чувака. Ну ладно, поэтому давайте сюда сохраняемся, да и все. Ладно, в общем, буду знать, что такая возможность есть, и вообще... И вообще. Так, подожди, надо сразу посмотреть. Есть тут миссия? Есть. Замечательно. Давай, щеми. Давай, уж раз нам подогнали гоночный болид, мы на него поедем. Ну. Но...
Господи, как же он хорош. Не, ну серьезно, посмотрите на этого монстра просто. Сейчас, подожди, вот так вот еще. Не, подожди, не так, я хотел... Вот, чтобы... Горящие задние огни у него были. Так. Ну посмотрим, что это у нас будет за гонка. В чем Лаки, ты просто остановился. Да я-то фу. Are you are empty? Какая игра слов. Два их прям игра слов и отсылка. Давай. This is it! Show me what you got! Show me what you got! Что музыка включилась, не? Я показываю, что нет никакой. Ага, конечно. Рассказываю мне сказки. Bye now. Чё, bye now, ты последний едешь, дебил? Сначала обгони кого и потом уже говорим типа bye. Вот теперь можешь сказать. Так, вот здесь можно такой скорости без этой. Ну, в принципе, все миссии эти выдают столько франки на ночные гонки. Их пройти без этой спецспособности, я даже не знаю. Так, кругов здесь я смотрю, вроде бы нет. Круг? Из текущий круг. А, они же не пишут здесь, да. Заранее не узнаешь. Из текущий круг, сколько мы едем. Значит, здесь будут круги. Вот. Да. Но если хорошо, они не утомляют, если надо по 5, по 6 кругов гонять. Nice try. Фу. Да нет, в принципе, наверное, можно и без спецспособности, конечно. Ай. Тихо, снова. Пожалуй, эту машину даже прокачал бы. В какой-то веке я даже краску не стал бы ничего менять, я просто прокачал бы там броню и вставил и прочее. Опа. Естественно! Еще увидимся. Возможно, может.
Ведь, в принципе, сразу и сделали, что бы нет. Возможно, не придет пока смс-ка. What brings you in today? Так, ремонт, да. Броня. Самая охуительная. Тормоза. Гоночные тормоза. Шасси. В смысле, шасси, крылья, дополнительный цвет. Это вот что значит? Основной стандартный шасси. Кажется, шасси это немножечко другое. Это как бы... Ну давай. Двигатель. Самый заебатый. Глушитель. У меня, кстати, там пиздатый стоит. Эпический эллипс. А, может просто разные формы стоит. Сдвоенный, стандартный. Да пусть будет эпический эллипс. Капот. Полуспортивный, полосатый. Клаксон. Не, ну это я не буду, пожалуй. Фары. Так, номера. Да, давайте желтый на черном. Она прям отлично вписывается вот в это все так. Окраска. Не, окраску не буду менять. Пороги. Не, карбоновый хуже, мне тут больше нравится. Характеристикам очень нравится. Спойлер! Гоночный, да. Ну, она, конечно, это у меня уже приехала, на меня ко мне прокачанная стандарт. Ууу, гоночная трансмиссия. А ты как думал? Турбочуй. Так, турбонаддувы. Турбочуй. Давай. Пока деньги есть, давай. Колеса. Шины. Пулестойкие покрышки и цветной дымот... так. Пулестойкие. Да. Дым. Белый. Синий, желтый, оранжевый, красный, розовый, коричневый, патриотичный. Ну, поскольку все этим не пользуюсь, пускай будет стоит. А, вот зеленый есть дым. Все, отлично, зеленый дым. Так, лучше дизайн. Заказные. Атомик. Давай атомик, пускай будет. Так, далее. Стекла. Стекол нет. Лимузин. А, тонировки нет. Нет, тонировку не надо, не хочу. Ну и все. Да. Так, я все не кастомизирую никак ни одну тачку целиком, но... Интересно, если приехать сюда на тракторе, нихуя она втапливает сразу с этим новым мотором. Если сюда приехать на тракторе, его тоже можно кастомизировать. Так, новых гонок пока что нету. Так, вот здесь, кстати, вертолет, по идее, наверное, должен быть. Кстати, она даже сейчас пропал значок уже. Так, вот это мне уже точно не надо. Что бы там ни было, я не знаю, но там уже ничего нету. Мне главное, чтобы морская это осталась. Да, поехали-ка мы сохранимся. Ой, что это я? И либо будем заканчивать, либо сейчас, если нам позвонит, ну, пришлет вот этот чувак смс-ку, то мы так, конечно, еще одну гоночку сгоняем. Реально зеленый дым. Прикольно. Не знаю, как можно настроить дым цвета покрышек, ну да ладно. Я не эксперт в автомобильной тематике, поэтому может быть и можно.
И, возможно, была последняя гонка, возможно, поэтому эта машина приехала. Ну, не знаю, она так приехала, беспалевно абсолютно. И царский подгон просто не сделала игра. Что-то делает. Прикольно. Fucking пидор. Fucking cockroach. Просто на тракторе очень далеко до ближайшей Lost Customs. Ну-ка, дайте чисто ради интереса. А вот у нас здесь находится примерно трактор, вот тут. А где ближайшая кастомка? Вот тут. Не, в принципе, не так далеко. Слушайте, знаете, я вот просто ради хохмы я хочу при случае попробовать затюнинговать трактор. Будет идеальная машина для записи всяких футажей. Ну, я просто хочу, во-первых, в гараже, чтобы она была сохранена, а во-вторых, чтобы сохраниться именно вот с перемоткой времени. Потому что, естественно, когда ты сохраняешь на телефоне, у меня серия уже нормальная, я уже только сейчас 40 минут разговариваю. Так. То на телефоне же время не сохраняется. Чисто сейчас до ночи еще досидим. Сорок, блин. Если сейчас лягу спать, то я всю ночь просплю, наоборот. Так, она появилась уже, эта гонка, интересно? Да, появилась. Появилась галочка, что я прошел. СМС-ки мне никто новый не прислал, поэтому пока что выходим на улицу. И на этом на сегодня закончим. Ну, сейчас пришлют. Возможно, нет. А пока что скажу, что ссылка на плейлист в описании. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на канал по обзорам фильмов, на канал автор музыкальной темы, на канал душевной игры за процессе и капов крип. Жмякте на колокольчик и ставьте там все уведомления и по возможности поддержите канал материально. Ссылка на все реквизиты в описании есть. Очень сильно поможете, потому что надо обновлять фон. Вот так. Все, всем всего доброго, играйте хорошие игры и всем пока.